познакомился с клубничкой, то уже понял, как это сделать. А вообще, это сорт Вивара. Вивара нравится, в принципе, неплохой вкус, неплохой. Есть как бы немножечко поинтереснее. Вивара высаживался тоже не очень большим растением, если не будет урожая. Идут усы, пускает растение усы. Вот экспертное растение. Вот уже собирается у нас здесь плод. Вот здесь два, и, как видим, уже очень хорошая земляника садовая кабрильо. Мне она очень... Вы знаете, не хочу вас задерживать. Давайте все вопросы, давайте обязательно поставим лайк этому очень вкусную варку. Тоже можно, вот она уже готовится. Конечно, ну, так как для меня это сорт номер два. Сорт номер один ранний. Для нейтрального светового дня, там по-разному есть названия лучших сортов, которые будем проверять. Потом подписываемся обязательно, поделитесь с друзьями. Всем привет, с вами Алексей. Сильный ветер, ну, к сожалению... Надо снять это видео, потому что сейчас как раз самый момент. Поспевают плоды. Вот. Ну, в крайнем случае перемонтирую. Возможно, не буду перемонтировать. Тогда уж извиняйте. Значит, вкратце. Вьющаяся клубника. Вьющаяся клубника. Одно время был очень сильный лохотрон. И всем предлагали приобрести вьющуюся клубнику. Да? То есть была картинка, вот так висел горшок большой. И с него прям вилось, вилось, вилось. И фотошопом сделано очень много... земляники садовой, так называемая клубника, да, и, ну, многие люди заказывали, признаюсь, тогда я еще был молодым хлопцем, заказал, и я неудачно посадил, все это пришло уже в полупогибшем состоянии, понятное дело, ничего не выжило, и слава богу. Потом уже со временем, когда я немного подружился с клубничкой, то уже понял, как это сделать вообще просто любому там пенсионеру, подростку, который, ну, хоть немножко разбирается и так далее. В общем, домохозяйки. Вообще без вопросов. Также, честно говоря, мне так понравилось, что я рассматриваю перенести все свои посадки земляники садовой. Ее не так много уже и осталось. Для себя в основном перенести вот в такой формат. Формат в ведрах. Сейчас все подробно расскажу. Постараюсь недолго, конечно. Значит, не надо нагибаться. Вот, все перед вами. Слизни, самое главное, сюда не пришли слизни. Это сорт Вивара. Вивара нравится, в принципе, неплохой вкус, неплохая урожайность. Высаживался маленьким-маленьким кустиком весной, который перезимовал возле материнского растения. Вот, сорт неплохой, в принципе, так особо не болеет, все нормально. Но есть как бы немножечко поинтереснее. Вивара нормально, остается. Один однозначно пересажу. Дальше уже в маточник. Но есть у меня, ребят, кабрильо. Кабрильо высаживался тоже не очень большим растением. Это земляника садовая очень хорошая по урожайности. Для меня урожайность играет очень высокую роль. Я думаю, вы уже это поняли. И по фундукам, и по другим культурам очень сильно влияет для меня урожайность. Потому что, ну, зачем выращивать растения, если не будет урожая? Идут усы, пускает растение усы. Вот эксперимент, допустим, три уса, да, пока еще здесь ничего нет. Где-то оставлен вот один ус, на нем вот одно растение. Вот уже собирается у нас здесь плод. Вот здесь следующее у нас раз, два. Два, и, как видим, уже очень хорошая земляника садовая. Кабрильо, мне она очень нравится. И вот в таком состоянии, понятно, что первые цветоносы вы убираете, ждете примерно середины лета, и когда опять пошли цветоносы, вы их уже не убираете. Полив прямо в это ведро очень удобно, подкормочки тоже сюда же. Ну, здесь, соответственно, состав земли очень хороший я сделал. Поэтому вот прекрасно развивается, никаких проблем, нагибаться не надо. Земляника садовая для меня всегда была самой тяжелой культурой. А сейчас, вот, честно говоря, в этих ведрах я получаю колоссальное удовольствие. Вы знаете, не хочу вас задерживать. Давайте все вопросы в комментариях. Кому понравилось, давайте обязательно поставим лайк этому очень вкусному, прекрасному сорту. Да, немножко болеет, но я бы не сказал, что прям сильно. То есть средне болявый. В общем, кабрильо рулит. Рулит однозначно. Вот открытый грунт, пожалуйста,
все выдерживает и все хорошо. Виварку тоже можно, вот она уже готовится, ну так как изначально была более слабая, то и ягодка более мелкая, конечно, и тяжелее ей, да, ну ничего, все будет хорошо. Но кабрилья, конечно, для меня это сорт номер два. Сорт номер один ранний для меня это Альба, однозначно, высокоурожайная, ультраранняя. Ну а вот так вот ремонтантную клубнику, ремонтантная, нейтрального светового дня, там по-разному есть название, ту клубнику, которая цветет постоянно, плодоносит постоянно, вы можете выращивать как ампельную, то есть вьющуюся. Все, надеюсь, вам это видео понравилось. Кому понравилось, обязательно лайк поставьте, пожалуйста. Подпишитесь с колокольчиком, кому интересно вообще бизнес на растениях и вообще выращивание растений лучших сортов, которые будем проверять. Потом подписываемся обязательно, поделитесь с друзьями. Внизу есть строчка поделиться. Все, всем огромный привет из Харькова, всем пока.